перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Посидел, ну, хватит. Только девушка. Да ну нахрен. Я девушка. Взрослым и девушкам. Да ну нахрен. Я взрослый. Да не надо. Следите, стоять. Здравствуйте, Сергей. Что там сильно заколано? Или сюда? Посмотрите. Я погляжу на своего. Ой, кто только не просил продать, передать себе привет. Да? Спасибо. Ой, ты не представляешь. Бля, прибежал. Ой, Савасьяновы, пацаны. Да? Успокойся. А ты их знаешь? Бешеные. На Лихачёва 4 живут. Они один рублем занимаются, другой еще чем-то. Ничего мне привет передавали. Тебе привет передавали. Рука, ты чего? Да, привет, если хочешь. Не нравится. Все, я начинаю. Для этого рука есть. Дай посмотри. Я не буду это делать, дай мне посмотреть. Ребятки, я на больничном. А ты этому девочке написал? Нет, если честно, нет. Надо. Я к нему сегодня хотела сходить, а у меня перевязка. Я вообще хотел как-то поддержать, его денег сейчас нету. Его поддержать надо просто хотя бы словами. Я понимаю. Он не переписывается, у него... Я понял. Очень тяжелая. А так вообще мальчик золотой, короче. Ваня, я тоже привет передаю. Спасибо. Экзамены. Аж Панюк Андрей не передавал, не знаете? Кто? А, шучу. Шпанюта? Шпанюка, шпанют. Шпанюта, шпанюта. А я такого не знаю. Если бы знала, взяла бы от него привет. Подожди, я хочу, что у нас есть какой-то. А, Иса, брат, я вижу тебя. У меня капельница, ребят, это чтобы вы понимали, что я реально болею. Какой умник, ты золото. Все, слава хотел Иванов, я говорю, выпившим нельзя. Здорово, Лех. Зачем ты рынок? Вчера тепло почувствовал. Всем привет, ребят. Ну да, буду стараться. А ты не пропускай занятия свои боксерские. Чё, звук кал, это у тебя все нормально? Что? О чем ты? Почти простыл. Я давно болею. А что с Витей, какая с Russian Boss'ом? С ним что-то произошло? О, муравей. Спасибо, легенда. Спасибо, брат. И все, нам надо срочно свидеться. Разговор есть. Нет, не шутил. Ты страшнее Венома любого. Иса говорит, я Веном. Я бросаю. Ля, прикинь, я все говорю, Иса, встретимся, надо поговорить с тобой. А он пишет, да петухи они все уже. А на кого это он? Ну, за вот эти все. Да не, брат, я не по этому поводу. Ну и поэтому потрещал бы. А, ну может быть. Слышал, Иса, тут за наши разборки? Привет, привет, ПТЗ, привет, брат. Чуть-чуть вот этого фугана. Я вот с медсестрой делаем капельницу.
Вон она наверху. Еще возьми медсестру, покажи. Вон пот пошел, с меня градом льется. Температура спадает. Альбом скоро совсем, ребят. Так, плакатиков от тебя ждут у меня дети. А какие плакаты? Ну, где ты есть нарисованный и где... Ну, я не знаю, это надо у Вики спрашивать. Викулечку хотела спросить, она говорит, чуть ли потом. Тоха, здорово, брат, здорово. Здорово, красавчик. Дядя Гус, здрасте. Дядя Гус, здрасте. Диагноз? Угу. Здоров. Да, бубнит, бубнит, сейчас покажу. Че тебе видно? Ты нормально? Не говори, я тебе... Он такой сегодня красивый. Поддерживаешь, да, Дима? Видишь, как его поддерживают даже. Что даже медсестра машет. Что все хорошо. Ну что, нельзя по... Как мне крокодил бахнул. Крокодил? Это бегемот. Это бегемот, да. Новый наркотик, что ли, бегемот? Да. Да, да, Тох. В ноябре, Антох, 30 ноября в Москве концерт с Ониксами. Ждем тебя. Какой Макс лох? Макс лох. Почему ты на бойцов UFC из Кавказа не подписан? Это на кого? На Хабиба подписан. А еще на кого-то подписан? На Тайсубова подписан. Что это у вас за дискриминация пошла в мою сторону? Сейчас я еще даже, по-моему, на магу подписан. Ну, мага, пацаны, пролетел в бою. Был бы я судьей, Володя бы забрал его. А я что сейчас делаю? Не общаюсь с вами, что ли? Так, пироцетам. Сколько кубиков? Пироцетам, ребят, пироцетам. Автовегин по 10. Автовегин по 5. Ну, я 6. И те по 5. О, 42-й микрофона. Шам, сейчас поедем пуэра, чуть попьем, где-нибудь постоим на улице тихонько. Не желаешь присоединиться? Пойдем лучше в писку. Мы можем в эту пойти. На улице прохладно. Сейчас, это горяченько. Я знаешь, куда мам еду, кстати? В понедельник. Завтра понедельник? Завтра понедельник. Понедельник, да. Завтра на иглоукалывание. Я в курсе, что я еду на иглоукалывание. Я еду этот Кирячка. Угу. Ну, он Дима пойдет, хочу попросить у дяди Васи, чтобы больше Диме внимания уделял. Почувствовал? Вот, собирается с понедельника. Дядя Вася же с детьми работает. Какими детьми? Мам, Бренни у дяди Васи уже занимается 100 лет. Шамиль занимается. Шамиль у дяди? Да. Я хочу съездить к дяде Васе, спросить там что. Ну, дядя Вася рад будет. А я что, не рад, что ли? Почувствовал тепло? Не знаю, вроде нет. Капает, очень быстро капает. Что ты серый? Что ты спрашиваешь? Еды хочешь? Нормально. Ма. Быстрее свалим. Ма. Я сейчас. Можешь покормить чем-нибудь Серегу? Перекусить сейчас. Да, конечно, есть. Там... Гороховый суп есть? Будет, конечно. Гороховый суп – это самое лучшее, что может быть. Я думаю, что сегодня пахло так? Легендарно. Я тоже гороховый суп обожаю. Представляешь? Да я ничего. Если бы мы не чуть-чуть тише сделали, ничего не надо. Заглохни! Вот так вот, Наташенька. Да, нормально. Шо, ну успокойся. Он тоже хочет есть с вами. Ах ты гнида. И самое интересное у них, он не уходит никуда. Понимаешь? Не понравилось, был еще область. Ребят, ну как вам мой эфир? Он здесь больной позвоночник. Не надо. Да, да, не драконьте его. А то это, я за вами как за шпанюком буду ездить потом. Деньги собирать на лечение. Ты покажи мне человека, кто гороховый суп не любит. Ёк-макарёк.
Марат, привет, братух. Я в прямом эфире. Спасибо, ребятки, вам всем за вашу любовь. Конечно, спасибо. Всегда спасибо. Это меня мотивирует делать песню. Спасибо, Тоха. Да ты легенда. Реально, русского рэпа. И чемпион с 1 по 9 класс. Этот. Слышишь, в натуре Антон, походу, был не просто сильный, а этот, типа, вот как pay-per-view, PvP, лучший из лучших, понял? Вот это, вне зависимости от веса где. И он там на каком-то месте в школе стоял. Потому что он слишком весовые, возрастные, можно сказать, группы, он бился нормально. Смотри, Антон, ты лев. Так, тихо, покажу сейчас Маркела. Покажите, внутри. Не надо мне. Маркел, что ты? Ну посмотри, Маркел. Маркел, ты суп будешь есть? Да, гороховый. Давай, красавчик. Попробую гороховый суп легенда. Посмотри, хочешь, лучше попробую. Можешь писать, я вообще не попадаю. Дима, ну что тут, Рома, что на меня ругать? Что такого, что гороховый суп? Я убью тебя, Дима. Да ничего такого хорошего. Попробуй гороховый. Ты не забудь хлеб, там в холодильник сам залезь. Ты представляешь, что там творится? Такого не было ни одного боярина на Руси, что у меня в холодильнике. Я знаю, что хочу, Рома? Мне нужно стало тебя таким другом, что он тут жил и понял, родители что-то на кухне делают, он тоже покупал. Я хочу, чтобы у него была пенсия и зарплата, он как помощник мой, понял? И сиделка, и друг, и вся хурма, понял, Дим? Вот такой, как Маркел, и надо такого. С ним весело будет до старости. Он будет что-нибудь рассказывать постоянно. Когда надоело, ПР-кой один раз ударил. И самое интересное, что он твое мнение будет всегда разделять, какое бы оно ни было, понял? Что ты скажешь, так он и скажет. Вот сейчас ему любую мелодию возьми, он какую-нибудь дай, и он скажет, бля, брат, вот это в натуре. А тут, по-моему, птичек не хватает. А, это ты вставил? Ну что, это реально заставка такая. Дёсик, здорово, здорово. Здорово, Дёсик, здорово, брату. От бати, от твоего, то, конечно, привет огромный. Огромнейший привет. Дёсик, да потихонечку. С Димой вон, с Валерой сидим у меня дома, капаемся. А, я понял, Тох. Ну привет. Или что мне теперь сказать? Поздравляю тебя, брат. Я в шоке вообще. Мы про тебя, Тох, тоже разговариваем. О, сынок мой. Привет, сынок. Где треки, блин? Когда приедешь к пахану? Когда к отчиму? Что? Это нет. Мне смешно от того, что вы потеряли колечко. Лё, Вика мне пишет, вот ты дебил. Вика. Лё, кто-то мне пишет, что с тобой? Да ничего со мной. Ничего особенного. О, господи. Вика мне, знаешь, оказывается, за что прислала? Типа, она, походу, слышала, что я сказал, снюс есть. Это. Ой. А, наверное, что ты, типа, снюс тоже тебе не залезла? Не, Вика мне не разрешает. Да, я сейчас как раз делаю, рву сейчас новое битло, нормальное такое. Не такой, конечно, трепачок вот этот пластмассовый, что-то свое. Да, Вик, не отвлекай, да, с пацанами повацапимся немножко. А то я редко выхожу. Мне нравится прямой эфир, потому что я думал, что это тема только здесь. А, вон, Иса говорит, все слышали. Хреново. Сейчас я буду, значит, получать. Лё, Вика уже сюда эти пальцы вниз.
Валера, объясни, что это такое, блин. Вика, это мое, понимаешь? Во-первых, это Валерина, а во-вторых, все спортсмены это делают. А я как тоже причислялся к ним. Рома, тебе к скольки вы на вышек тянете? К 10:30. 10:30? Это во сколько тебе выезжать надо? 9:30. Ну, проехать минут 30. Ну, все равно. Все ракет, наверное. Ваш оператор цифровой среды. Блин, там движение загружено. Вон ИСА пишет, Вик, это полезная тема, тестостерон поднимает. Кто? ИСА. Нет, кто? Кто, говорит, поднимает? Рома, а что-нибудь с собой туда тебе надо брать? А что? Нет, у документиков пачка, которая там... Там уже вообще без ничего. Назначение я знаю. Нет, никакого назначения. Там книжка мед там лежит какая-то, вот эта заполненная какая-то, вот эта временная, я не знаю, как это называется. Какая-то, да, вот карта у них на проходной, поэтому мне просто подъехать, сказать, вот у меня завтра процедуры. ИСА, в натуре, ты все-таки авторитет у нас в городе для всех. Помоги мне объяснить Вике, что я вообще ни при чем тут. Я тренер, не спортсмен. По-любому, да. А кто на брусьях штуку делает за раз? Шам, что ты с нами чай будешь пить? Вон, даже Шама уже, видишь. Шам, фригиз тоже за меня. Скажи Вике все, что ты думаешь. Калек Гапон встречались на концерте в Донецке мы. Калька была днюха позавчера, по-моему. Или вчера. На альбоме будет 16 треков, 15 новых, один сингл когда-нибудь. Вот так вот. На фитах близкие пацаны в основном, никого не брал, только мои. Йо-йо. Да, большой у меня сегодня прямой эфир, наверное, не скоро я выйду еще. Мне не нравятся глаза. Че, ребят, помчалы? Ой, Германия, салют. Со скриптонитом не дружу, мы не общаемся. Я не знаю, мне не будет ни с кем фитов, понимаете, ребят? Мне не нужны фиты. Мне нужны друзья мои. Так, что там звонко в альбом, все слышали? Ребят, короче, говорю вам, как есть альбом, я планирую 30-го сдать. 30 октября. Надеюсь, что в середине ноября он появится везде. Просто я решил первый раз в своей жизни нормально кинуть альбом. Я закину его сразу на цифровые площадки и ВКонтакт. То есть вы можете его ВКонтакте слушать, на площадках сразу можете покупать, чтобы мне бабос шел хоть раз в жизни сразу и вам. И посмотрим как раз. Я далек от этих топов, от тюнса этого всего, но интересно посмотреть, что я вообще там... Самое большое, что ни дракон альбом не выпустит, он постоянно в топе iTunes там. Это жесть. Неужели такая легенда, как я? Нет, я не дружу с Гуфом. Я дружу с друзьями. С ИСОЙ дружу. С Тохой. Со Смоки дружу. Ну или как. Я его называю своим братом, другом. Смоки называет меня по-любому каким-нибудь товарищем. Вот это Смоки. Это тоже для меня батя. Смоки красава, а у меня к нему только положительное всегда. Только хорошее. Смоки красава. Отец. Я не знаю.
Да фиху, блин. Ну, с Гуфом фит хороший, может быть, да. Но мы не общаемся, как бы, в своей движухе. Да ничего, с Вити и с Восом все нормально. Я обозначился, ребят. Все нормально. Просто обозначился. Блядь. Просто обозначился. На будущее. У Звонкова, блин, еще не слушал альбом. Буду слушать. А мне кто постоянно хочет в эфир, что ли, добавиться, я не пойму. Ну, конечно, с Азаматом со всеми на связи. Калуги не знаю когда, ребят. Посмотрим, что с альбомом. Хаски в туре куда-то пропал, этого партизана. Не вытащить так просто. Да, спасибо, бро, спасибо. На новом альбоме обязательно что-нибудь понравится вам, ребятки. Даже если при самом плохом раскладе вам понравится 2-3 песни 100%. Там есть все, читка, есть вокал, есть скиллы, все есть. И, как всегда, на альбоме ни одного репрезента. На лиричном. Ну как, ни одного. Да не, нет, что-то я прибрехал, наоборот. Достаточно такой репрезентовый, любовный альбом, хорош. Мне нравится, вы знаете, кусками нравится. Так, в принципе, мне вообще не нравится свое творчество, музло творчество. Не знаю, как это сказать. Надо, брат, вам не все, текать уже. Есть, есть, да. Нет панды, братан, нет. Фьюз есть. Муравей есть. Марат, Умиван. Ну и девчонки. Такие старожилы хип-хопа в основном. С Фьюзом будет на альбоме трек, пацаны. Удачи, брат, удачи, я тоже закругляюсь. Давай, братан, я вас обнимаю, целую, там, Алине большой привет, Миланочке привет, ну и вашей золотой доченьке, естественно, привет, Софьюшка. Софьюшка, I love you. Ну ничего, Тох, сейчас подрастет Софья, будешь возить ко мне, к деду старому. Буду покупать твои Софьи печенье с конфетами, да... Показывать ей гитары свои. Гитары с пианинами. Дела потихонечку, ребят, спасибо. Все нормально. Болею очень сильно периодически, поэтому как бы так. Как-то так. В целом все хорошо. Только открываю. Да, то обнял, брат. Открываю в себе новые стимулы, дыхание. Да вас 5-17, ну, знаю пацанов. Ваня Баскак, привет. Вася куда-то делся. Почему-то Крока забыл совсем, нигде не пишет, не звонит. Да на совести нашего Василия Вакуленко пусть будет. Что он своего старого кривого пса забыл. Да, конечно, альбом в этом году, ребят, вы чё? Альбом закончен на 98%, на 97%. Почему не бреюсь? Ну, ничего особого, пацаны, слушаю в основном старое что-то. Что на ухо попадает, то и слушаю. Я давно давно не ищу никого. Не знаю, я не говорю, что это хорошо, но отвык совсем от музыки.
Да, спасибо, ребята, и вам всем спасибо. С Тарасом Трутнем, нет, не знаю, я не знаю, не знаком с парнем этим. Эминема не слушал, к сожалению. Но я верю, что это уровень, наверное. У меня есть жесткая рэпчина, она будет. Даже на тюльпане будет достаточно жестоко. Минеев чем, да. Я как бы и не... Кизару и Кизару. Валер, пишут, господи, первый раз в твоем эфире, какой ты красивый. У тебя такая плюшевая борода. Не знаю. Девчонка какая-то. Спасибо, спасибо большое. Надеюсь, Вика не в эфире. Здорово, алмазяне, здорово. Скоро приедем к вам по одному делу разговаривать. Спасибо, ребят, за вашу любовь. Эта поддержка всегда меня очень мотивировала, очень теплила. Я благодарен. А, ясно, Викуль, ясно. Благодарен вам за, ну, за любовь, за ваши сердца, за то, что столько лет вы продолжаете меня слушать. Приходите на концерты, братва, мы будем разрывать с новым альбомом. 24 ноября, кстати, я в Донецке, ДНР, делаю концерт, чисто по-братски, чисто по-легендарному. Сейчас запустимся с рекламой, тоже вас всех жду, дорогие мои друзья. Я на студии у себя пишусь, я построил себе студию. Отдельное помещение. Облагораживаю по мере необходимости, пишусь. В принципе, я, ребят, писался всю жизнь вот в такой комнате. Не знаю, сколько она квадратов. А ну тихо, дайте я вам Маркела покажу после супа моего домашнего горохового. Ой, добро, все вкусно, я тебе... А ну, как Бомба, суп? Я тебе говорю, и супчик... Я тебе говорю! И чай... Да, ой, кончили. И чаю попил. Со смородиной. Молодец, молодец. Варенье, смородиной. Душа радуется, Сереж, душа радуется. Да, 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 очень вкусненько. Большое спасибо от души. Это... Что там, винограда не хотите, ничего? Яблочек. Фруктов не хочешь, Дима? Да ну яблоко нужно. Завтра мы, кстати говоря, маленькая рекламка, может кто. О, кто появился, легенда. А чё ты сразу в смех такой, брат? Ты на мое наркоманское лицо смотришь? Это потому что я болею, потому что вот так. Ну да, сейчас, сейчас, ребят, сейчас поедем. Да что такое? Пельмень, ты слышишь меня? Ты здесь? Я еду. Пельмень. Если ты здесь, напиши мне. Смаркела. Сведомый с тебя ржет, что ты наелся. Я в прямом эфире, мам. И Маркел сейчас в прямом эфире давал. Привет, интервью. Насколько суп вкусный? Конечно, вкусный, очень прекрасный. Ты так дергаешься, осторожно, пожалуйста. У тебя иголка торчит в вене. Я дергаюсь? Ладно, не буду. Если дергаешься, дергайся ровно, понял? Как по жизни идешь. А, криво, не, чтоб не ехать? Да. Так, а Босенок в эфире сейчас? Босенок, ты слышишь меня? Смотри, а то я доеду криво как-нибудь.
примерно не того глина. Ладно, ребят, спасибо всем за эфир, спасибо за сердца, за надежды. Скоро альбом.